смотрел интересное видео про целительницу, которая исцеляла людей травами и грибами. Она врачевала души и болезни с помощью даров природы. Гной, раны, это все, и лицо просто ужасно выглядит. К ней обращались за помощью даже из-за рубежа. Мне ничего не оставалось, как только прийти к знахарке. Это был последний мой шанс. Но сама травница отказывалась принимать свой дар. Она пыталась посвятить себя науке. Но судьба все решила за нее. Сидит дедушка, а сам ест мухомор. А я никогда не видела, чтобы мухомор ели. Я получила высшее образование и считала, что гриб ядовитый. Я очень осторожно его спросила. Я говорю, дедушка, тебе плохо не будет, мухомор ешь? Он говорит, а я немножко ем. Я знаю, сколько кушать. Немножко съем, буду здоровым. Побольше съем, я буду веселым. А еще больше съем, буду спать. У Лиды, которая очень гордилась своим высшим образованием, это просто не укладывалось в голове. Деревенский дедушка рассказал ей о травах больше, чем профессора за несколько лет института. Он говорит, так вот, когда Мишка будет спать, ложиться, он сначала поест кору крушины, которая очистит ему кишечник. А потом он поест мухомор и ляжет спать на всю зиму. И Мишка знает, сколько поесть, чтобы хорошо уснуть. Я, конечно, поняла цену своему образованию, что Мишка это знает. А я, человек с высшим образованием, не знаю. Думаю, что мухомор ядовит, что можно... Но теперь я знаю, сколько его есть, и мы все едим. Я его и жареный ела, и сырой, но сырой мне больше нравится.